Друзья, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами поиграем в Portal. Да-да-да, мы продолжаем тему Orange Box'а. Если вдруг кто-то не знает, что это такое, то посмотрите предыдущий ролик про Half-Life 2. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, что вы думаете об этой игре. Погнали! Но перед началом ролика хочу напомнить, что по моему промокоду вы сможете взять себе подписку Кинопоиск HD на 60 дней совершенно бесплатно. Данный сервис есть на Smart TV, а также на мобильных устройствах. В этой подписке есть множество фильмов, мультиков, сериалов и даже есть такие проекты, которых нет на других сервисах. Помимо этого, по моему промокоду вы получите полный доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам на такси и на Беру. Для тех, кому нужна данная подписка на халяву, ссылку на активацию и промокод оставлю в комментариях и в описании. Признаться, Portal я реально пропустил в свое время, я не играл, но о нем наслышан. Говорят, это крутая игрушка. Но так ли это, мы сегодня и проверим. Кстати, так скажем, управление, по сути, то же самое, что и в Half-Life, ну вот именно ощущается чувствительность. Так, осталось каких-то 3 секунд, 2, 1, погнали. О, это походу я, да? Че это у меня в ногах такое? Кстати, достаточно прикольная тема с, так скажем, вот именно с задумкой телепорта. Как-то, ну, прикольно осознавать, что ты вышел оттуда, а зашел туда. Так, ну, пока что изи. Так, ну, видимо, вот это нужно сюда. И погнали. Проще простого. Но я думаю, что это только начало, а потом будет... Ой-ой-ой-ой, как сложно. Вот тут, мне кажется, уже будет что-то посложнее. На самом деле, вот об этой игре я лишь был наслышан, что она представляет собой, ну, просто головоломку. Ой-ой-ой-ой-ой, что такое? Куда нам нужно идти? Опа. О. Оп. Я так понимаю, мы... Ой, господи, нифига себе. Это вышло случайно, но я прошел эту миссию. Ну, ладно, пусть будет так. Я даже не понял, как ты вышел, зашел, взял, поставил, ушел. Опять эти загрузки! Интересно, когда нам дадут пушку? О, вот она! Вот она, вот она, вот она! Вот эта легендарная пушка. Идем, 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 идем. Ух. Вообще, на самом деле, как-то, знаете, ломает мозг иногда, когда... Берется телепорт, и ты такой бах, выходишь, заходишь. Ну, немножко, так скажем, сложно осознавать, как это делается. Мы стреляем. Оп. И понимаете, вот это вот чувство, оно прям ломает мозг. Уи! Уу! Прикольно. Оп. 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 Слушай, мне кажется, здесь будут какие-нибудь клевые миссии, в которых реально можно развлечься. Так, а куда оно нужно-то? Оп. Ничего себе. Кстати, ставьте лайк, если вдруг хотели такую пушку. Я бы хотел, но пока не знаю для чего. Такс-такс. Стрельнем сюда. Выйдем. Вот, понимаете, немножко сложно ориентироваться, когда ты вот вроде стрельнул сюда, вышел оттуда. Оп. Ну, нужно осознавать, скорее всего, что оранжевая точка — это вторая точка после твоего выстрела. И тогда, скорее всего, будет легко. Вот, к примеру, типа... А я не понял. Ну, давайте стрельнем туда. Нам же туда нужно. Оп. А, вот, видите? Да, все. Вот нужно просто логически понимать, что вторая точка — это вот это. Ну, пока на самом деле легко. Кстати, несмотря на то, что эта игруха давняя, графон здесь весьма неплохой. Загрузки все-таки бесят. Просто видите, тут и отражение, и прикольно все. Опа-на. И чего? Ну, давайте, оп. Ага, все. Изи. Просто изи. Пока я понял, что делать, пока дается, так скажем, каждая миссия легко. Кстати, интересно, а вот кроме того, как стрелять с пушек, прыгать и приседать, что-нибудь здесь можно делать? Ребята, пустите, дайте мне что-нибудь посложнее. Ладно, сделаем, наверное, вот так. Ха-ха. А нет, так уже не получится. Так, что здесь у нас? А, все, берем вот эту. Вот так, оп. Оп. Отлично, одна есть. А вот как добраться до второй, интересно? А, все, теперь я догнал. Смотрите, мы прыгаем сюда, стреляем сюда, стреляем сюда. И такие, опа-на. Мозг, конечно, эта игруха реально ломает. Не в плане того, что пока что тяжело, а в плане представления, как можно было догадаться сделать такую игру вот с телепортом. Опа.
Это я. Мне интересно, долго эта игрушка или нет? Ой-ой-ой, что-то пшикнуло. Реально, вот тогда умели делать игры. Реально, прикольно. Вот таких вот клёвых игр на данный момент я даже, наверное, и не вспомню. Так-так-так. Это какая-то штука непонятная. А, я так понимаю, ее нужно поместить сюда. Если это так, то, скорее всего, нужно выстрелить сюда и отойти. Изи. Пока реально все легко. Так, а вот это что такое? Ой-ой-ой-ой, тут летающая штука. Ага. Смотрите, если я... Ну, она должна вылететь отсюда, значит, я должен стрельнуть вот сюда. Да, ведь? Оп. Вылетает сюда. Отлично. А вот насчет этого. Блин, а здесь она не работает. Как так? И что нам делать, вопрос? А, все, теперь я понял. Стреляем сюда. Ждем, пока она доедет оттуда. И прыгаем. Другого я выхода пока не вижу. Кавабанга! Проще простого. Не, ну игруха интересна. Прикольная очень задумка. Давайте, дайте мне что-нибудь потяжелее, чтобы я прям мозг поломал. Так, нам нужно сначала подумать. Вот она летит. Скорее всего, должно быть что-то вот такое. Но не понимаю, как она должна сюда именно попасть. Но как она может двинуться, если она по этой траектории и вот по вот этой траектории? Она пролетает сюда. Ладно, может быть, сюда. То, как я могу ее, например... Воу! Почти. А, да, вот, да, вот мы сменили направление и... Блин! Пробуем еще раз, но я, походу, догадался, да. Да, блин, чуть-чуть не попал. Оп. Да. Ну, блин, вообще прикольные идеи игрушки. Valve уже, на самом деле, третий раз можно выразить респект за такие игрушки. Реально топовые. Вот на самом деле очень жалею, что их пропустил в свое время, потому что на то время, мне кажется, это просто шедевры были. Так, я так понимаю, с каждым уровнем миссии становится все сложнее. Интересно, что выдадут там сейчас. В обо голове падает вот эта штука. Хорошо, мы ее возьмем. Давайте тогда, наверное, вот сюда ее подкинем. Стреляем сюда. Конечно, фантастика. Изи. Не, ну на самом деле... Пока я в восторге от этой головоломки. Вот здесь, да. Что-то, видимо, еще сложнее. Так, мы, наверное, как-то должны разбежаться. И такие, опа! Ух, чего? Мы такие, оп, что-то тут летим. Нет, сейчас еще раз инструкцию прочитаем. Мы такие прыгаем и такие, юпи! Пробуем. Раз, два, три. И такие, опа! Вообще клево! Ой, как... Что-то меня затормозило, да. Так, теперь, наверное, еще раз мы прыгаем. Прыгаем. Ух, мозг прям ломается на самом деле. Но опять же, пока легко. Так. Ну давайте, любую головоломку разгадаю. Так, бубо и не нырять. Хорошо. Нажмем на кнопку. Ой, вот, теперь мне кажется, оп. Ой-ой-ой, куда мы зашли? А, ну, в принципе, мы правильно зашли. Что-то я даже сам не очень понял, как мы это сделали, но... Оп. К примеру, раз. И пойдем смотреть туда, что там. Куда она должна выскочить? А, все, теперь я понял. Все, мы правильно сделали. Мы просто, скорее всего, будем дожидаться, чтобы вот эта пушка выстрелила сюда и попала вон в ту. Я надеюсь, ведь она повернется туда, я не зря здесь жду. Я просто пока не понимаю, как ее повернуть туда. Она, походу, стреляет либо туда, либо туда. Она такая пролетает, такая, оп. Потом. Вот, ой. Ой-ой-ой. Что такое было? Сейчас будет, короче, я догадался. Она такая, давай, пролетай. Тут же ничего нету? Ух, чуть не зашибло меня. Она пролетает, мы заходим за ней. И потом такие... Бам! Блин, что-то не то. Вот эту мы ждем. Она вот так вот пролетает. Мы еще посмотрим. Нет, мы ничего не делаем. А, все? Серьезно, все? Пока на самом деле не понял, как так вот рандомно вышло, но ну да ладно. Мне интересно, эта пушка что-нибудь дает? А, да, дает. Она нам дает вот эти вот оранжевые штуки. Класс. Все, теперь я могу и так. На самом деле, без оранжевой вот этой штучки уже будет потяжелее. Тебе самому приходится думать, как, что, почему, зачем, куда.
вот, к примеру, наверное, как сейчас. Наверное, делаем вот так, вот так. И делаем прыг-скок. Ох, конечно, башку ломает, но неплохо. Оп. Так, а вот это что-то поинтереснее. А, наверное, вот сюда вот так вот. Типа мы перелетим сюда. По логике, я стрельнул туда, должен вылететь отсюда. Короче, погнали, посмотрим. Опа, опа. Изи. Оп. Это мы уже знаем, как делать. Так, а вот тут, мне кажется, нужно подумать, прежде чем прыгать. С другой стороны, у нас много для телепорта мест, поэтому нам, прежде всего, наверное, сделать вот эту штуку нужно. Раз, два, попал, отлично. Сейчас мы дождемся, пока вот это вот... О, смотрите, это я. Hello! Прыг. Прыгаем. И потом... Потом. А, ну, давайте, в принципе, с ней мы зайдем. Сюда. Прыгаем прям вместе с ней. Я надеюсь, она... Отлично. Так, а теперь вопрос, где взять вторую такую же. Или нам просто прыгнуть на нее. Оп. А, ну да. Оп. Знаете, игрушка реально доставляет какой-то кайф от того, что ты проходишь данные головоломки, потому что они реально выглядят интересно. Интересно здесь. Они, в принципе, не такие сложные, но вот ты кайфуешь от всех этих перемещений, от всех этих порталов. Короче, годно. Ого, я ее почти прошел. Всего 19, ничего себе. Ладно, попробуем переместиться сюда, посмотреть. Это что за штука, интересно? Так, я понимаю, нам нужно каким-то образом... достать вот эту штуку. О, а может быть сделаем вот так вот? Типа сюда пульнем. И так, опа. Ну почти, почти. Ну кое-что, ну что-то не то. Так, мы походу просто не в ту сторону прыгаем. Нам нужно вот эту переместить вот так. И мы тогда скорее всего, ну прыгнем туда. Вот так вот, оп. Нет, теперь мы прыгаем вот так. Оп. Да, мне эта игруха дается крайне легко. Блин, ну физика в этой игре просто прекрасна. Вот реально. Ой, все радуется. Вот эта физика. Так, смотрим. Мы делаем вот так. Сейчас она стрельнет. Потом мы делаем вот так. А куда ее потом-то? Погодите, у меня пока ломается башка от всего этого. Она бьется сюда, пролетает. Потом... Ух! Как я прям как в боксе увернул, стоп. Но, я думаю, что... А, стоп, а как так-то, а? В принципе, мы вот здесь. Нам нужно ее перевести в другое место. Все, у нас вот эти штуки есть, они лишь дело времени. Поэтому мы, скорее всего, делаем вот так. Блин, фигово, что здесь нет спринта. Ладно, давайте прыжками вот так вот будем. Мы одну оставим здесь. В сути, если я вот сюда переберусь, то должно все сработать. Оп. Оп. Я просто думал, что эти штуки больше не поднимутся. Поэтому я засомневался в своем выборе. Сейчас я более чем уверен, что это должно сработать. Оп, оп. Отлично. Да. Very good. Так, мы прыгаем опять же и перелетаем в другом месте. Только вот в каком вопрос? Где нам взять выступ? Я так понимаю, мы должны пролететь. Мы падаем и такие, оп. Блин, уже какой раз подряд я случайно выполняю миссии, ладно. А, по-любому эта штучка должна быть здесь. А вот это я не понял. А, все, теперь я понял. Я-то могу через это проходить. Так, мы делаем вот так. Наверное, вот так. А чё не работает-то, а? О, блин, нифига, она сквозь вот эти вот штуки, короче, не работает. Ладно, будем думать. Такая, оп. Мы ставим сюда, потом мы ставим вот сюда. И такие, опа! Ну, я доволен, я доволен. Нам, походу, опять придется прыгать, поэтому... Сделаем так. Сделаем вот так. Почти, почти, почти. Только я не понимаю, каким образом нам сделать прыжок выше. Ну, блин, вот эта хрень, она стоит не просто так, мне кажется. Ой, как непросто. Мне кажется, что мы должны вот так вот. Оп. И как-нибудь вот так вот. Вот, сейчас, на самом деле, я стрельнул просто так.
проверить, типа, моя сработает теория или нет, но все получилось. Кстати, вот эта штука довольно-таки сложная. Нам, походу, опять придется как-то прыгать. Только я пока не очень как это... Не понял... А, вот так вот. Все, я понял, теперь это двойной прыжок. Теперь нам нужно сделать так, чтобы она приконнектилась сюда. Что будет? А, мы не ставили тык. 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 И она должна куда проскользнуть? Вот сюда, наверное. Это, конечно, было просто, но вопрос. Как мне теперь отсюда выбраться? А, в принципе, вот оно решение, скорее всего. Опа. Ну нет. Оп. А, да. Я думал, что на этом как бы уровень закончился, а оказалось, что нет. А, просто ломается мозг на самом деле. Сейчас она подъедет. Мы такие оп. И такие оп. Пожалуйста. Отлично. Все, сейчас мы выскочим. В принципе, вот здесь. Оп. А это наша остановочка. Не очень понял, почему она сейчас не сработала, моя идея. Мы нажимаем... Вот вы не поверите, сейчас был опять рандом. То есть, как бы, ну, просто залетело. Просто залетело. Опа-на. А что это такой вопрос? Ой-о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 й. Чё-то я... Так, я понял, да, что это не очень хорошо. Короче, пусть она здесь лежит. Теперь у нас... Ну-ка. И что это значит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посиди в углу. Подумай над своим поведением. Засранка, блин. Так, это нехорошо. Так-с. Она может меня... Да, может. Да, может, я понял. Ставим его, к примеру, сюда пусть будет. А второй кубик мы берем и спрятаемся. Давай, 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 давай. Мы незаметны. Мы ниндзя. Мы ниндзя, ниндзя, ниндзя. Мне теперь хочется узнать. А мы ее так свалим. Опа. Бешеные, просто бешеные. А, вот они, кубики. В принципе, при помощи них мы и должны сделать свое дело. Ну-ка, оп. Блин, я промахнулся. Фигово, 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 очень фигово. Вот, вот сейчас я не должен промахнуться, в принципе. А давайте вот эту туда же. Опа-на. Friendly fire по своим. Так, теперь нам нужна эта штука. Мы ее вот сюда пристреляемся сюда и кинем в нее еще что-нибудь. Кубик в студию. Ну, здесь я просто, наверное, как ассасин подберусь сзади и такой, опа. Взяли тебе, да? Взяли? Засранка, блин. В угол. И стой здесь. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не попался. Как ассасины. Ну-ка, смотрим. Да. Так, ага. Оп, оп. Ты тоже у нас в угол. Всех в угол поставили, миссию прошли, супер. Но вот эта миссия была достаточно такая сложненькая. Так, ну, в принципе, на этом, я думаю, можно и закончить. Да, я понимаю, что там осталось буквально две миссии, но мне кажется, что они будут ого-го какие сложные. Поэтому я лучше их напоследок оставлю. Может быть, их на стриме когда-нибудь пройду, не знаю. Но так или иначе, игруха мне понравилась. Она клевая, заставляет немножко подумать. Очень прикольно сделана вот эта вот идея с телепортом, что ты реально думаешь, куда поставить, куда стрельнуть, откуда выпасть, куда прыгнуть. Это, ну, реально прикольно ощущается. Графон здесь тоже неплохой для того времени. И, в общем-то, игруха мне капец как обрадовала. Чё-то меня в последнее время только игры Valve радуют. Короче, всем, кто не играл в Portal, советую поиграть в эту офигенную игру. На этом, в принципе, все. Если вам понравился видосик, кто с вас лайк, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, как вам эта игра. На этом все, большое спасибо за просмотр и до новых встреч!